Еще раз здравствуйте, мы продолжаем обзор. Здесь все так же тональные средства по таким же ценам. Опять же, цены сильно здесь не меняются. Здесь обычные цены высокие с левой странички. Справа немножко есть небольшая скидка. Советую спрей для быстрого высушивания лака для ногтей. Вот им пользуюсь постоянно. Сейчас заканчиваю первую пачечку, уже вторая лежит у меня в запасе. Очень мне нравится. Дальше идут кисточки, и уже здесь прописано, что они с искусственным ворсом, поэтому я их уже не советую. Только одна здесь, по-моему, кисточка из ворса козы. Это, ну, вот это номер один, которая выглядит как кабуки. Вот к ней я советую присмотреться, тем более это 200 рублей, очень бюджетная цена для кисти такой. У меня наподобие этой кисти из Дефраше, и была она около 500 рублей стоила. Так, дальше серия Color Trend. Я ее не очень люблю, обычно про нее редко что говорю, но здесь, по-моему, все то же самое без изменений. Только появляется вот такая вот новая водичка, тоже в прите. Какая она уже по счету? Четвертая, по-моему. Прите Тренди. Ее я буду тоже брать пробник. Вот эти пробники мне вообще должны прийти 31 декабря. Вот я их понюхаю, посмотрю. Буду видео снимать уже либо в этом году, либо уже в январе. Дальше серия Clea Skin идет, хорошая цена на нее, и Clea Skin Professional. Здесь я брала только зеленую серию, мне в принципе неплохая нравится. И фиолетовый я брала, гель мне не понравился для душа. Остальное я не брала. Так, распродажная страница идет здесь. Ничего здесь особо интересного, карандашики Super Shock. Вот это вот у меня была серия зеленый чай и мята, мне не понравилась. Ну, вот так вот как-то. И еще водичка у меня есть такая Miami Party. Она, по-моему, ее обычная цена 199 рублей. Здесь скидки совсем нет. Вот очень хорошее предложение, просто заманчивое даже для меня, потому что мне очень нравится серия NU25+. Вот такой наборчик можно получить за рубль при покупке одного средства. То есть это косметичка и очищающее средство. Либо 35+, либо 45+, либо 25+. При покупке со страниц идет. Хорошее очень предложение, советую к нему присмотреться. Цены здесь, ну как, не завышены, но скидка не такая большая, как обычно. Но все равно выходит, по-моему, дешевле. Я вот буду присматриваться, либо ночной хочу себе крем, либо, да, ночной, возможно. Но он дороговат что-то здесь все-таки. 420 я выбрала за 300 рублей. Все-таки цены здесь на эту серию довольно завышены. Так что не знаю, может и не буду брать. Так, еще мы здесь видим хорошее предложение на крем для кожи вокруг глаз от Solutions за 99 рублей при покупке любого средства из Solutions. По стандартным ценам идут Kia. Это у нас и лосьоны для тела, и 69 рублей. Это хорошая, по-моему, цена для дезодоранта. Также Kia идет, представлена по обычным ценам. Хорошая цена на крема для рук 49 рублей. И для бальзамчика, который я все хочу попробовать, возможно. И попробую я этот бальзам для губ. Потому что цена здесь очень хорошая. Идет бижутерия дальше и сумки. За 700 рублей можно, в принципе, присмотреться к этой сумочке. Здесь также, как и в третьем каталоге, за 300 рублей. Один из наборов, то есть два набора 600 рублей. Выходит новое белье черного цвета, по-моему. Так выглядит. Кому нравятся такие вещи, можно присмотреться, но я не беру, потому что размера, боюсь, что не совпадет. И размера обычно моего нет в каталоге. Далее, вот такое красивое украшение, мне очень понравилось. Массивное оно, наверное, будет. Сережки здесь, кольцо и колье. Весеннее такое красивое. В принципе, мне понравилось. Не знаю. Нам сейчас зимой это не очень актуально трансцентром, поэтому, наверное, брать пока не буду. И сумка обычного стандартного такого яркого цвета. Уже часто бывает этот цвет. Дальше тоже сумочка и шарфик. Неплохой шарф. Симпатично смотрится, элегантно. Также кольца. Кольца мне не понравились, не знаю, что-то они мне не подошли, но, в принципе, на них цена на набор 250 рублей хорошая.
такая бижутерия выходит, то есть это жемчуг и серебристый. Я жемчуг не ношу, мне не нравится он, поэтому не беру обычно. И сумка также. Цены обычные. Вот такой новый комплект вышел. По-моему, уже было что-то такое с морем связанное. Ничего оригинального, на мой взгляд. Колье и серьги за 600 рублей. Можно присмотреться. Остальное, если отдельно брать стандартные цены. Дальше. Сумочка. Вот такая вот коллекция у них. Зеркало здесь еще появилось. И пилочки. Не знаю, в общем, не вдохновило меня. Но, в принципе, цены неплохие. Ой, извините, у меня вообще вышло. Так, сейчас я найду. Быстренько, вот здесь мы были. Дальше, в детской серии обновления вот такие вот бабочки появляются. Остальное вроде без изменений. А, и резиночки еще для волос. Остальное без изменений. Здесь все так же. Какие-то еще штуки появились. Игровой набор рыбалка. 300 рублей. Ну, не знаю, по мне так дороговато для таких вот трех штучек. Дальше Planet Spa набор за 330 рублей, если с купоном. Неплохо, хорошая цена. Planet Spa по обычным ценам. Все так же. Аксессуары тоже по обычным ценам. 2 за 159, бывало и выгоднее, чем вот это предложение. Так, это в Natural серии. Здесь тоже так же все. За 89 рублей хорошая цена. Спрей или лосьон для тела. Почему-то не полюбились мне ни лосьоны до такой степени, чтобы их брать и брать, ни спреи. Спреи я вообще использую в другом качестве. Не на тело, а на воздух, скажем так. Что-то спреи мне тоже не особо полюбились. Увлажнения, наверное, от них не вижу. И спиртовые нотки всегда первые. Дальше тоже в Natural шампуни идут. Малина и гибискус. У меня был такой шампунь, что-то я от него не в восторге. Химический аромат малины меня не вдохновил. И по обычным ценам шампуни Natural. Ой, извините, у меня опять что-то здесь выскочило. Сейчас я продолжу. Так, серия Advanced Technics. Все то же самое, 99 рублей и 125 стоит лосьон спрей. В точности, как в третьем каталоге все. Ничего не меняется. Advanced Technics, дальше продолжение по обычным ценам. Здесь это что-то появилось, термомаска, по-моему, да, для волос. Угу. Не знаю, по-моему, дороговато, 230 рублей за нее. Обычные цены на, также на Advanced Technics. Краска за 179 рублей, самая дешевая цена была 169, это тоже цена неплохая, можно присмотреться. Расчесочки по неплохим ценам тоже. Это дешевле было, вот эта серия, она была по 119, сейчас идет опять по 150. Тоже было дешевле в третьем каталоге эти средства по 99 рублей, здесь 125. Лучше там взять. Идет серия Skin So Soft, это за 89 рублей лосьон и спрей для, в общем, спрей для тела. По-моему, хорошая цена, советую присмотреться. Далее тоже серия Skin So Soft, которую я не очень люблю, не очень беру. По обычным ценам. Идут средства для ног. Как-то тоже обычно все не вдохновило. Не по ценам мне. Так я не очень тоже люблю эту серию. Для ног средства. Это пена для ванны. Тоже все такие же цены. Вот что мне понравилось очень. Не знаю, возможно, возьму себе крем-гель для душа «Гармония». Аромат тайны. Аромат тайны, я знаю этот аромат, мне не очень нравится, а вот «Гармония» меня заинтересовал. Восточная орхидея и малина здесь заявлено. 79 рублей для кремового геля для душа. Я считаю, это хорошая цена. Можно к ним присмотреться. Советую. Удовольствие, это, по-моему, то же самое, что же у нас было... Ароматерапия, по-моему. Наверное, также и упаковка не сильно изменилась. 109 рублей здесь геля 500 мл. Хорошо стоит. Хорошая цена. Дальше 179 рублей пена для ванны. 199 рублей. Очень большой объем шампуня 700 мл для Advanced Technics. Хорошая цена. И дальше идут здесь у нас... Какой-то вот такой наборчик можно приобрести за 35 рублей. Это два пробника или три пробника, да. Сыворотка всем любимая, но мне она не полюбилась для кончиков волос, потому что не вижу от нее какого-то тоже на моих волосах особого эффекта.
Вот дальше вот это мое вот самое-самое для меня хорошее предложение ко всему каталогу. Всем советую к нему присмотреться. 199 рублей за набор. И из вот этих средств можно выбрать одно. Из этих одно и из этих. То есть... Я себе хочу брать шампунь такой, такой вот гель, вернее, для тела, и что-то вот из этого пока точно не решила. И вам советую присмотреться, потому что за 199 рублей вот этот гель один, по-моему, стоил рублей 150, наверное. То есть очень выгодно получается. И в конце также парфюмерные водички. Вот и подошел к концу обзор моего, вернее, мой обзор 4-го каталога. Всех поздравляю еще раз с наступающим Новым годом. Спасибо за внимание и до новых встреч!